Привет, с вами Белякова Алла. Я сейчас нахожусь во Франции. Это пригород Парижа. Здесь рядом находится Диснейленд. Много разных марок. Это гигантский мегамолл. Не знаю, как назвать по-другому. По нему, наверное, минут 10-15 только идти. Я иду к Ашану. Ашан тоже такого гигантского я не видела. Двухэтажный гигантский Ашан. Марки абсолютно разные все. Ну, все известные бренды здесь. Вот так называется торговый центр. Вау. Он уже закрывается, он до 9 часов. Время 9 час вечера. Только что прошла гигантский магазин айфонов. И сейчас вам покажу гигантский Ашан. Такие классные шоколадки, конфетки. Ручная работа. Сумма. За 100 грамм. 4,5 евро. Вот, наконец-то подошла к Ашану. Это Ашан. Второй этаж. Пикает. Вот такие корзинки. Они большие. И есть еще и большущие, как у нас тоже. С ручкой. Цены на втором. Ну, здесь немножко продуктов на втором этаже. А основное все на первом. Ну, продукты там тоже. Какой только еды нету. Глаза разбегаются вообще во все стороны. И есть такая еда, которую даже я не знаю, готовая там, невозможно прочитать. Вот, вот такой спуск. Ёшки из Диснейленда с нами было. Так, вот такой спуск на первый этаж.